как колокол бьет мое сердце тревогу. А хочется лишь одного — тишины. Не только поверить, довериться Богу, вручая Создателю ночи и дни. Пред бурей большой на душе неспокойно, а хочется сбросить неверие страх и встретить любое ненастье достойно и знать, что судьба моя в Божьих руках. Как хочется в час испытаний молиться и Слову Господнему верить вполне, без воли моей ничего не случится вчера и сегодня и в завтрашнем дне. Вчера я пожаркой шагала пустыне, дышать не давал обжигающий зной. Ни капли воды, все колодца пустые, как верить хотелось, что Бог мой со мной. Как верить хотелось, что даст Он мне хлеба, и сохшим губам моим влаги глоток, и было тогда, открывалось вдруг небо, даруя и хлеб, и бурлящий поток. Господь шел со мной по песчаным барханам. Слабела я, Он на руках меня нес, и если б не Он, мне б упасть бездыханной. Но душу провел через пустыню Христос. Сегодня я в море, оно грозно стонет, пытаясь ладью мою щепку разбить. Как хочется верить, мой чел не утонет, а сможет до берега целым доплыть. Как хочется верить, спасет меня чудо, а силы натянуты словно струна. И слышу: не бойся, с тобою я буду, не станет ладьи, ты пойдешь по волнам. И пусть нависают тяжелые тучи, пусть солнца не видно уже много дней, со мною Спаситель, что может быть лучше? Господь мой, ветров ураганных сильней. Когда я с Иисусом, смолкает тревога, что в будущем встречу, не знаю о том, хочу я и завтра довериться Богу, хочу день грядущий прожить со Христом. Мне дан благодать и подарок бесценный, над миром взлетевшая вера моя, и знаю, и верю теперь несомненно, с Иисусом дойду, доплыву к цели я. В горячих песках или под парусами со мною Господь среди волн и пустынь, да сбудется слово: во все дни я с вами, всегда, до скончания века. Аминь.